Всех приветствую в очередном прохождении, с вами Ниагара, и это Индия-игрушка Neveralun называется. После нескольких достаточно серьезных прохождений я решила немного отвлечься, очень надеюсь, что эта игра мне в этом поможет. И что примечательно в ней, вестись она будет на диалекте местного племени, да, то есть мы будем сейчас слушать их легенды, ну и как бы принимать, собственно, в них участие. Нажимаем «Новая игра». Немного поиграла, правда, совсем чуть-чуть. Вот, здесь есть очень интересная такая вставочка, экскурсы в культуру. Если вы потом захотите, мы можем отдельным видео ее всю просмотреть. Там будут видеозаписи, там будут какие-то подробные, может быть, рассказы именно о жизни этого народа. Вот, может быть, еще какие-то, не знаю, легенды. В общем, давайте начнем играть. Действительно хочешь начать? Да, действительно. Инуиты — это коренные жители Аляски, на протяжении тысячи лет успешно проживающие в одних из самых сложных условий на Земле. Представляете, у них там вечно этот холод, мороз и вечная, наверное, борьба, да, с погодными условиями вообще, выживание сплошное. Вот. И видите, подробнее об этом народе мы можем как раз узнать из того раздела. Вот. И на их языке будем слушать сейчас все повествование. Вот эта самая девочка из легенды. О, господи. Побежали. Обалдеть. Огромный мешка. Охотится. Он тоже, видимо, очень любил охотиться. Давай. Пытается меня отчаянно догнать. Ну нетушки, извини. Не станем мы тебя кормить. Там появился какой-то зверек на заднем плане. Вижу его. Ну, Мишка тоже в эту метель не мог, возможно, найти никакой подходящей пищи, поэтому, увидев девочку, он, естественно, обрадовался, подумал, сейчас я хорошенечко пообедаю. Но нет, похоже, удрали.
хотя... Да. Играть в режиме совместной игры. А, я здесь могу еще с кем-то играть, видимо, да? Для переключения на писца. Это писец, друзья мои. Очень такой забавный, хорошенький. Да. Побежали. Мы сейчас должны его, видимо, увести этого медведя. Да, он провалился. Все, я сама не упала. Возвращаемся. Такое ветрище, у него аж хвост сдувает. Так, мы сейчас переключились на девочку. Я не знаю, как писец залезть. А, ну, самостоятельный, ладно. Продолжаем выбираться из этой метели. Погода все не прояснялась, за одной метелью начиналась другая. Вот так невезуха. Необычный писец. Ну, он такой забавный. Прыгает, так играет с ней, с этой девочкой. Ну и спас ее от верной смерти. Коснись, а чтобы забраться на стену, ну, песцом. А, вот так вот. Хороший у меня помощник. Опустил веревочку. Очень сообразительный зверек. Пойдем дальше. В общем-то, это у нас такой кооператив с ним будет, наверное, на протяжении всей игры. Так, подождите, а. Тут ветер. Оу! Меня почти сдуло. Мы смогли здесь укрыться. Так, сейчас опять подует. А, нет. Догоняй! Шмякнулась смешно так. Странно, да, что у нее нет шапки. Вообще там такой приличный мороз. У нее даже и капюшон толком не одет. Так, чтобы противостоять ветру, ладно, поняли. То есть будем ловить эти моменты, порывы. И вовремя уклоняться. Так, а тут можно и свалиться. Сдует еще. Как классно. То есть нам будут помогать вот такие духи. Благодаря писцу мы поняли, что они здесь есть. Так. Поехали. Дима, они как-то на него ориентируются, потому что когда я управляла именно нашей девочкой, то они никуда не перемещались. А как только переключилась на песца, они стали нас передвигать через эту пропасть. Ладненько. Переключаемся снова на девчулю. Побежали. Ага, здесь опять писец. Нажми L и A отпрыгнуть. Так, не получается. Пока не получается. А, вот так. Давай, девчоночку нам надо забрать. Так что пониже. Ага, самостоятельно она не хочет забираться. Ну что ж. И наверх, пожалуйста. Или мне самой придется это сделать. Ладно. А девочка как же? Она сможет допрыгнуть? Это очень сомневаюсь. Оп! Да. Ну
Ищем дорожку домой. Сейчас, наверное, опять подует, я лучше сразу прилягу. Ну-ка. Да. Ох, какой сильный порыв. Тут запросто могло бы сдуть в воду. И все, пиши пропало. Ждем. Не будем торопиться, рисковать. Нет, нас все равно сдувает, даже если мы укрылись. Как интересно. Подожди. Так, сначала поддувает назад, а потом очень сильный порыв спереди. Побежали, может, мы здесь уже успеем. Мишки пока не видно нашего большого друга, большого злобного друга. Надеюсь, что не очень скоро-то мы его увидим. Так, я так понимаю, писец что-то должен сделать. Чем-то как-то ей помочь. Оп, я наверху. Ага. Там у нас есть дружественный дух. Давай до девочки, может быть, опустимся, нет? Не хотите мне помочь? А, вот так. Ага, замечательно. Теперь уже и она справится здесь. Очень прикольно. Я прямо скучаю по игре Journey. Тоже инди-игрушка, очень красивая, замечательная. Если вы вдруг не видели прохождение на игру на моем канале, то обязательно посмотрите. Ух ты, я думала, сейчас свалится. Она примечательна тем, что там тоже бродишь. Ну, может быть, девочка, не знаю, с каким-то созданием, да? И там краски совсем другие, там больше желтого. Такая желтенькая. А здесь снежная. Белая. Уа! Офигеть! Так, подождите, подождите. А куда таким образом мы должны добраться? Интересно. Так, пригибаемся. Неужели в ту сторону мы должны пойти? Так, я не смогла допрыгнуть. Он так классно ждет. Так. Подожди. Я сначала проверю, что там. Что там у нас? А, девочка, наверное, там не сможет подняться. Да, скорее всего. Я все время забываю, как ее зовут. Так, на всякий случай. Нет? Не собирается пуга? Да, здесь бы она не поднялась, а так мы обошли. Вполне себе можем продолжить путь. Там что-то пожар, по-моему, какой-то, да? Деревня, что ли, горит? Двенадцатая новинка у нас какая-то есть в видеоэкскурсах. Нунаккек ики вактуага нексек, иньюнге токуттактауга нексет. Возможно, он искал какие-то припасы для себя. Говорят, тогда от каждого порыва ветра рыхлый снег разлетался повсюду. Может, туда должны сделать с этим человеком? Какой-то огромный скелет. Угу. Ну и все поселение разрушено. Таманга икумауактуамин.
Кахракпам иньва ниптактак. Шумаалу гуллагами. Песца забыли. Пичнингани. Сам он не смог запрыгнуть. Духи, классно. То есть пока мы не встретили песца, мы не видели этих духов. Подождите, здесь кто-то бегает. Сагабингайчут. Имменяурат сагабингайчут. Саманга нунамин. Да, вон они. Пакагухутин нунакамин. Ой-ой-ой. Да что ж такое? Так, а может быть нам воспользоваться порывом ветра и подлететь туда? Вот так, ну-ка. О, вау! Чуть не шмякнулись, подожди-ка. Да, иногда порывы ветра помогают. Что-то тут они какие-то сильные со всех сторон. Пойдем, мой друг писец. Что здесь у нас? А тут, наверное, он должен мне помочь, чтобы этот дух опустился. Опа! Давай. Нашу девчоночку заберем тоже. И поехали. Как здорово путешествовать на них. Хай гуэн тудэйн. Ухаллак тук инюгунга руак укбэк. Человек сова. Вот он. Ханок ума илисиманек панга. Исумуллак тук нивяксия руалук. Ханок китабура хаунга ингагикпен. Хилаутика пиигубку. Икайогунеага луагикпен кимун дайна нунаакек. Савагитилаанга. Нам нужно, видимо, принести ему этот барабан, который он просит, чтобы он мог помочь нам. Так а где его взять? Так, тут работа песца. Веревочку, пожалуйста. Эй! Иксик. Класс. Кто, правда, тут навязал эти веревки? Понимаю, кто-то тут проходил до нас. О! Опять эти странные человечки. Так, спокойно. Может быть, это они утащили у нас? Как перелететь? Ой! Шмяк. Так, отпал! Надо же куда-то, чтобы схватить и передвинуть предмет. Куда-то она свалилась. Песец тоже перебирается потихонечку. Это хорошо. Давай передвинем, я так полагаю, что только в эту сторону, потому что туда уже никак не передвинуть. Сел сверху. Малыш, ты чего? Надо сначала посмотреть, куда мы идем. Ну вот, кстати, эти создания, они пока что мне ничего такого плохого не причиняют. Они просто бегают рядышком. И как бы... Никакого вреда от них пока не ощущается, по крайней мере. Так, подожди, не торопимся. Там что? Чтобы не упасть. А, вот. У них там пляски под этот барабан. А если они в сюда, и кто-то сыграл умаган. О! Теперь нужно поторопиться. Эй-эй-эй-эй. Так, стой. Тут надо как-то сделать так. О. Блин. Надо вовремя отбегать, убивать с одного раза. Тут будут кидать камушки у нас. Нам надо, чтобы он попал туда. Так. Еще, пожалуйста. Давай. Ну, бегает она не очень-то быстро. Ра! Блин. Поэтому сложновато. Может, песцом играть? Ну, Гас. Вроде как он пошустрее. Так. Еще один нам нужен. Давай.
Оу, нет. То есть 3 штуки. Ладно. Хорошо. Первые смерти. Да, выиграю. Так, нет, писец, пошустрей, пошустрей. И там он еще может хорошо зацепиться. Так. Повыше хотим. Кидай. Вау! А, не получается уже. Все, я здесь. Ну как ж. Ну что, разбежались? Вот так вот. Вы мне предлагаете тем же путем уходить отсюда? Интересно. Так. Ты сама спрыгнешь, да? Молодец. А тут уже ее работа передвинуть вот это все дело. Так, подожди. Да, вот так поставим. Там писец скинет мне веревочку. Стой, стой, стой. Немного тут поумирали, но я думаю, что не очень страшно. Не будете вы меня сильно ругать. Так, девчуля. Девчуля, ты у нас тут не допрыгнет. Ей нужно еще передвинуть этот ящик. Давай, поехали. Какие маленькие человечки. Уперли, значит, барабан. И давай на нас агрессивничать. Ну ладно. Мы справились. Отобрали. Хорошо, что не надо было идти прежней дорогой. Что же он нам такое вручил, интересно? Спасибо, человек сова, он дальше там бацает на барабане. А мы пошли. Но он хотел нам помочь как-то разыскать того человека, что тебе, да, тебе забраться помочь, бедный. Нет, да, здесь автоматически, если ты играешь за одного, то второй как бы управляется. Ой, слушайте, смотрите, все развалилось. Управляется компьютером. Нет, такого нет. Вы должны помогать каждому из них. Чтобы нацелить Булу. Нуна. А, ее зовут Нуна, ребята. Так, подождите. Правый. Правый. Так, чтобы кинуть. Ага. Будет немного сложновато. Прицелиться. Что у меня? Да, что ж такое? Ладно. Вот. Это такой вызов духов у нас получается. В общем, оружие для меня не очень удобное. А вот здесь автоматически девочка пыталась прыгнуть. Подожди, дорогая. Не торопись. Вот. То есть местами они делают это сами, но не всегда. О, тут мы должны сделать следующее. Так, вот так. Класс. Что-то мне не нравится, что я не очень-то как-то справляюсь. То есть для меня стрелять пока не сильно-то удобно. Ой, подождите. Я так полагаю, что мы с этим человеком еще, видимо, будем сражаться. Или, ну, что-то типа того. Так. Я так и думала. Все-таки я так и думала, что я где-то потороплюсь, и меня сдует. И это произошло. Так, здесь мы переждем. А, тут нужно будет еще прицелиться. Плюс нас ветром сдувает.
Любопытно, так. Ага. Не очень удобно, знаете, что прицеливание и выстрел — это одна и та же кнопка. То есть только направление разное. Ну вот видите, что не... не успела лечь. Ладно. Это, конечно... О, есть. Есть. Так. Все, мы на месте. Может, пригнемся? То сейчас нас сдует, нет? Или уже если мы залезли, то нас не сдувает. Окей. Тут у нас одна проблема. А я не могу вот в это выстрелить. Нет, бесполезно. Стало быть, дело за песцом. И он что должен сделать? Обвести вокруг, наверное. Вот. Так, ты меня поджидаешь, да? Стой. Выпускаем еще один. Он сейчас пойдет за мной. Интересная система. Так, а девочка сейчас у нас выстрелит. Вот так вот. Хотим наверх. Наш личный транспорт. Поехали. Подъемчик. Или что, мы должны прыгнуть, да? Не хочешь повыше нас запулить? Ну окей. Я думаю, что мы с вами вот на этом выступе, наверное, прервемся. Такое вот знакомство с игрой у нас прошло. А пока мне все нравится, кроме системы оружия вот этого. То, что она там бросает. Именно. Прицеливание еще ладно, и то, что выстрел именно той же кнопкой, как-то не очень-то удобно. Вот. И спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, вы тоже любите инди-игры. С удовольствием посмотрите это прохождение. Если все еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Очень много жанров, очень много уже прохождений, огромная игротека на канале. Если нравится, не забудьте поставить пальчик вверх. И всем до скорого. Пока-пока.